Военно-патриотический слет Отечества посетили ребята из разных уголков России и Республики Беларусь. 10 дней увлекательных приключений, нового опыта и, конечно, ярких эмоций подошли к концу. Начинаем церемонию награждения и как командных, так и в индивидуальных зачетах. В командном зачете 12-го военно-патриотического слета Отечества призовые места разделились между командами Курчатова, Смоленска и Удомли. Ребята показали отличные спортивные результаты и были награждены почетными грамотами и кубками. Дипломы участников слета получили отделения Десногорска и Республики Беларусь. Также таланты и старания ребят были отмечены в индивидуальных номинациях. Метание ножей, оказание первой помощи, разборка и сборка автомата. Всего более 10 номинаций, в которых мальчики и девочки не только получили новые навыки, умения, но и были награждены призами и благодарственным письмом от директора Смоленска АЭС Павла Лубенского за отличные успехи. Все прошло отлично. Все, самое главное, живы, здоровы, с хорошим настроением. И уверен, что с желанием вернуться еще раз. Несмотря на спартанскую обстановку и непростые спортивные дисциплины, найти занятия по душе удалось всем, в том числе и девушкам. Мы научились сплоченности, мы научились дружить, мы научились стрелять, метать. Было очень хорошо. И, конечно, как и на любом торжественном событии, здесь был свой яркий и эффектный финал. Воздух! Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.